Владивосток, 8 августа 2021 года. В кадре площадь Луговая там вдали. Здесь вот по левую сторону пожарная часть, если я не ошибаюсь. Ну, а я направляюсь на общественную территорию, которая находится возле завода Solers. Здесь включены, как мне кажется, голоса птиц для какой-то цели. Непонятно. Интересное такое пространство. Здесь открытая такая площадка, небольшая сцена. Ну, видимо, подразумевалось, что здесь будут какие-то мероприятия проходить, концерты. Но вот я здесь первый раз. Там впереди стоянка, кажется. Сейчас я подойду ближе, посмотрим. Да,
Там впереди стоянка за клумбами, за вот этими. Да, очень интересное здесь пространство, но сегодня людей здесь нет. Ну, жаркая погода, все, видимо, на море, на пляже. Небольшая стоянка. Ну и все, территория, в принципе, закончилась это. Много разных лавочек, разных форм. Деревца так подстрижены необычно. Вот не пойму, для чего включили голоса птиц. Непонятно мне. Интересные здесь кустики всякие. Вот такое интересное пространство находится недалеко от площади Луговой, рядом с заводом Solers.